Неужели коронавирус мутировал? Появился новый симптом COVID-19. Сообщалось о новом симптоме коронавирусной инфекции COVID-19. Об этой находке рассказал известный русский врач. Как известно, у больных коронавирусной инфекцией часто бывает сухой кашель. Кроме того, те, кто заражен COVID-19, страдают от одышки, высокой температуры и насморка. Оказалось, что это далеко не все симптомы коронавируса. С таким заявлением выступил главный врач Боткинской инфекционной больницы в Санкт-Петербурге Денис Гусев. По его словам, кроме сухого, у новых зараженных COVID-19 стал отмечаться влажный кашель. Между тем, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол при самолечении. В то же время не доказано, что ибупрофен поможет от COVID-19, заявила пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер. Публикация фотографии из Инстаграм. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19 11 марта. По состоянию на 17 марта было зарегистрировано 179 тысяч случаев заражения, более 6 тысяч человек умерли, а 80 тысяч выздоровели. В России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Большинство из них в Москве. Российское правительство приняло решение о закрытии границ для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Исключение будет сделано для дипломатов и водителей грузовиков, в аэропортах тех, кто возвращается из стран с неприятной эпидемиологической ситуацией, проверяют на наличие симптомов коронавируса. Другие фотографии, которые мы не успели показать.